Здравствуйте. Я Гробов Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском, это село Багара, Кировского района Чемпенской области Республики Казахстан, заявляю, что я Григорий Гробовой, второе пришествие Иисуса Христа. Данное заявление я делаю на основании Слова Божьего и Словом Божьим, и по воле Божьей. И могу сказать, что данные знания у меня были всегда, изначально, то есть от рождения. И в связи с этим я могу совершенно однозначно сказать, что данные знания, они даны для того, чтобы спасти мир от возможной глобальной катастрофы, и только исключительно для того, чтобы учение мое было распространено на все страны мира, доведено до каждого человека, и чтобы реально наступило всеобщее спасение, всеобщее воскрешение людей, и чтобы данная благая весть была разнесена на все страны мира и всем сразу.